Подпишитесь на наш канал, чтобы узнать, как сделать забавную поздравительную открытку. Готовясь к празднику, многие покупают сувениры или делают их своими руками. Поучаствовать в этом могут и дети, им под силу смастерить забавную открытку по предложенному мастер-классу. Для создания такой открытки мы взяли бумагу разных цветов, ножницы, черный маркер, красный фломастер, клей. Основу нашей открытки мы выполним из листа сиреневой бумаги, который складываем пополам. После на нем черным маркером рисуем клетки, которые будут имитировать скатерть. Затем из оранжевой бумаги вырезаем круг, который станет блюдцем на нашей поделке. Приклеиваем его на нижней части открытки. Кружку мы выполним из бумаги розового цвета. Готовим сначала прямоугольник. Затем подгибаем его края. С лицевой стороны выполняем нужные нам надписи и изображения. Наносим клей на загнутые края, после чего приклеиваем кружку. Для ручки мы приготовили небольшую полоску розовой бумаги. У нее загибаем края, а черным маркером наносим небольшие штрихи. Приклеиваем ручку к нашей бумажной кружке. Из желтой бумаги вырезаем ложку и фиксируем ее на лицевую сторону поделки. Добавляем пар, рисуя его над кружкой черным маркером. Наша открытка готова! Поделитесь нашими НК в соцсетях, посетите наш сайт и Яндекс.Дзен канал своими ручками, подпишитесь на YouTube канал. И огромное вам спасибо за лайки. Всего доброго! Все ссылки под видео.